Добрый день. Я думаю, что у каждого из нас был такой день, когда ты ничего не готовишь, ничего не делаешь, и вдруг объявляются твои друзья, которые хотят тебе прийти в гости. Сегодня я вам покажу, как делать очень быстро и очень просто пирог рыбный, который в народе так и называется «гость на пороге». Еще его называют стаканником. А почему стаканником? Потому что каждого ингредиента для этого пирога нужен ровно стакан. Стакан муки, стакан сметаны, стакан яиц, ну в данном случае 4 штуки. И тогда все очень просто. Все очень просто и оригинально. Будем делать! Ну вот, все ингредиенты у нас готовы, все ровно по стакану, и теперь приступаем к приготовлению пирога. Первое, что мы сделаем, это миксером забьем сметану и яйца. И вот, когда яйца и сметана у нас взбиты, мы опускаем туда стакан муки и также начинаем выбивать. И вот, когда тесто у нас готово, оно в такой будет консистенции, как жирная сметана, как для блинчика, ну чуть-чуть погуще. Мы берем с вами форму для пирога и заливаем первый слой. Ну вот, первый слой теста мы разместили в нашу форму для пирога. И теперь берем рыбу и начинаем выкладывать. Вторым слоем теста накрыта полностью рыба с луком. Мы берем форму с полуфабрикатом и ставим его в духовку, заранее разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут. И теперь можно смело идти смотреть телевизор. 25-30 минут есть в нашем распоряжении. Ну вот, не успел даже сериал посмотреть немножко, а пирог уже готов. Сейчас мы его достаем. Запах! Обалдеть! Я сейчас потеряю сознание. Смотрите. Супер! Но мы его сначала не будем резать, мы дадим ему немножко отдохнуть. Накрываем его полотенчиком. Ну, еще минут 5-10 ждем. Пусть отдохнет. Давайте потерпим еще немножко. И вот наш пирог отдохнул. До этого он очень долго работал, целых 30 минут. И вот сейчас он такой ароматный, такой красивый, румяный, готов к поеданию. Вот у меня даже слюнки потекли. И вот, дорогие друзья, наш пирог готов к поеданию. Просим к столу. Приятного аппетита!